только тоннель, это вот здание, там вообще, там же островное государство, да, там у них постоянно между островами. И в Японии тоже море, оп, подводы. А во Франции, вот где горы, Альпы, юг Франции, Италия, там же есть автострада, которая у них там тоннели через каждый, если в Швейцарии, вот в Австрии, через каждый километр тоннели, да, то есть ты реально больше времени проводишь в тоннеле. Причем тоннели с поворотами. Вот. На мостике едешь, в тоннель же приезжаешь, такой сразу, ну, бум, стоит от мотора. Тут едешь, по рынкам, я вот поехал, я говорю, Дима, давай, за Дима едешь, он въезжает, от него прям такой выступ. Виду такой. Потом темнота, ну там, это, привыкаешь к этому свету, только выезжаешь, аж солнце сразу. Только выехал, опять в тоннель. Мы когда там в Феррари гонялись, да, тоже за ним едешь, Феррари, она же рычит, говорит, он в тоннеле, такой рёв, как формулатин. Прикольно. А мужик там пёрся, он как кабриолет, видок там какой-то сидел. Thank you.